Эй, что тебе надо? У меня есть все. Что тебе надо? Что тебе надо? Сделай один вдох и осыпайся листопада. Меня уже нигде не ждут. Я ушел годы назад. Глаза будто изумруд, ее кровь на волосах. Я кручу неторопливо в сумраке новой ночи. И солнце светит, надо очки одеть. Вот, тут, наверное, его сейчас плохо видно. Я сейчас это все поприближаю, то есть, чтобы показать все вам масштабы. А вот там сам город находится. А вот этот вот завод, он заметен прямо при въезде. А вот это то, что за городом. То есть, объясню для незнающих. Ну, вы там мало, наверное, кто из местных, из кумертауских меня смотрит. А, в общем, тут был угольный карьер. Угольная гора, вернее. Вот, и это все, короче, вскопали. Вот, и в дальнейшем, как бы тут, когда уголь закончился, это все залилось водичкой. Вот у нас тут еще, короче, снег не растаял. Вот тут вот неподалеку я припарковал машину, там тот карьер. Тут можно наблюдать, что солнце очень ярко светит, а у нас сейчас плюс 20, я вот в одной футболке хожу, и мне нисколечки не холодно. Но снег, что интересно, снег еще остался, то есть, блядь, горная местность. А я вообще сейчас хотел спуститься туда пониже, но, блядь, мне что-то дороги не внушают доверия. Они вот тут такие вот глиняные и, короче, ну его нахер. Бля, нет, тут никак не спустишься. Вот, по сути, вон там есть вроде наезженная дорога, но, блядь, по этой глине никак, наверное, не заедешь сюда. Если бы тут собак, бля, никаких не было, то, сука, я их очень сильно люблю. Прям спасу нету. Так, ну тут покрышки. Бля, вот эта дорога, но, видите, ее как-то... Бля, ты жалко, а, сука. Никак туда не заедешь. Блядь, бомбит. Там такие бы виды были прикольные. Я вообще сюда хотел ехать с Некитом, но эта сука спит. А мне утром надо было в универ. Вот, и я ему звонил, а у него, ну, телефон, как всегда, выключен. Он любит же у нас поспать. Вот, и все, я как бы поехал один, как бы в универ просто так съездил. Ничего я не получил, контрольный у меня не получилось сдать. Препода не было, он, оказывается, в субботу у него пар нету. Ебать, я ж проваливаюсь в глину эту. Не, надо что-нибудь поплотнее дорогу найти. Вот, да, вот это. Тут уже более-менее наезжено, грузовики катались. А больше спусков, как я понял, и нету. Не, ну а чё-чё, а вид тут хороший. Всем привет, это снова я, Саша. Поставил машину чуть поближе туда, то есть она уже стоит не на обочине. Вот, сам я иду уже по бывшему заснеженному месту. Тут еще, ебать, ящерицы прыгают. А я ящериц-то боюсь или не боюсь, я что-то не помню. Ну, короче, в руки их желательно не брать. Вот. А мне тут еще рассказывают, что тут очень много раков водится. Ну как, я не думаю, что они в гору будут подниматься. В самом карьере их полным-полно. Должно быть, мне так говорили. Спуститься можно прямо туда. То есть вот там виднеется дорога вдалеке, в самый карьер. Но высота тут, конечно, пиздец. Я бы пошел дальше, но у меня машина и так, он уже далеко. Вот, и поэтому... Колесо изобретать не будем, и далеко бегать тоже не будем. А, тут можно видеть вот такие вот ступеньки, да, ступеньки карьера, потому что нереально за один раз такую дырку большую вырыть. Это все именно вот ступенями копается. Добрался я до машины, снимать больше нечего. Ну правда, бля, я сюда текст не подготовил, вот мой единственный косяк. Вот так тут как бы и погода позволяет, вон там радар еще стоит, камеры, если увидите. Так вот, в общем-то, мы не за этим сюда приехали. Я хотел снять влог, вот тут вот «Берегите лес от огня» надпись. Вот, ну один я сейчас абсолютно ничего не сниму, то есть у меня сейчас нету штатива, я вот хожу как долбоеб, как будто с телефоном, рука уже, правда, устала, вот.
Получается так, что чем взрослее становится человек, тем больше он требует к себе внимания. А вы где-то там, вы в интернете, вы понимаете, вы переписка. Ку-ку, ёпты. Я хочу зафокусировать. Первым делом, иди сюда. Че? Иди сюда! Иди сюда! Бля! Первым делом надо подсоединить аккумулятор. У меня тут стоит на ближнем и на дальнем ксенон, поэтому мы поставили сюда предохранитель. Все нахуй. Это СССРский мотоцикл, и изначально, чтобы завести, надо подсосать, потому что тут карбюратор, а не инжектор. Вот, ключи пока засунем. Я на своем вообще никогда не подсасывал. А у тебя... У меня тоже карб был. А. Вот, тут такое есть нехитрое устройство, нехитрая кнопочка. Слушаем, короче, когда зажужжит. Короче, все, у меня палец уже в бензине, вот он сырой. И типичная, короче, ситуация для водителя вот таких мотоциклов. Ты всегда, сука, пахнешь бензином. Всегда, блин. Ставим нейтралочку, пробуем завести. Блять, в подножку ударяюсь. Все, вот сейчас пробуем. В самом модном клубе крутятся пластинки, в космополитене веселые картинки. Я тебя узнала, Никит, я тебя узнала, в самом модном клубе с джагой зажигала. А ты можешь паузу нажать? Паузу нет, могу стоп нажать. Всем привет, меня зовут Саша Джаггернаут, и я алкоголик. Сука! Короче, просто поздравляем Джигу, чтобы он не грустил. И чтобы текст вовремя писал. Да, побольше лукасов. Хуйня, накручивать надо. И вот уже сегодня мне исполнилось 20 лет. А что, можно сказать, у меня поменялось? Да? Едем мы сейчас по другую сторону Кумертау. Это, получается, уже федеральная трасса Уфа-Оренбург. Ну, как я ее называю. Вот. В общем, я всегда этот город ругал за дороги. Но именно единственное, что тут есть охуенное, это вот этот вот карьер, на котором мы сейчас едем. Ну, снимай дорогу. Я так пока пиздеть буду. Да. Вот, а мы сейчас поднимаемся в гору. Тут у нас до сих пор еще заснежено. Вот, а не знаю почему. Вчера было плюс 22, палило солнце. Сегодня тоже не холоднее. Ну, правда, ветер дует. Вчера плюс 25 было, даже 26 на солнышко. Вот, даже так. Вот. Но снег еще до конца не растаял. Сейчас мы снеговика будем. Я сейчас посмотрим, что там. Ты заебешься спускаться, я тебя базарю. Да, блядь, где я только не спускался? Нет, тут очень далеко идти вниз. Не, ну, я блядь, как... 500 метров это как наш круг, блин, в школе. Если 500 метров ты там... Ну, ты же говорил вниз еще 500 метров спускаться. Ну ты понимаешь, ты же прям по-крутому, по карьеру прыгать не будешь? Я тоже не думаю. Спокойно будем идти. Сейчас, короче, тачку припаркуем чуть подальше. Вот тут глина. У меня вообще охота была спуститься вон туда. То есть, вон, видишь, вон там дорога. Ну. Но до нее мы не доедем по такой. Вот, сейчас вариант. Поставим тачку вон там, около «Берегите лес». Я вчера ее там оставлял. Вот, и там уже... Блин, здесь вообще жопа, блин. Ну тут... Смотри, что, нахер можно? Ну, в смысле, я вчера тут был. Я вот тут вчера и бампером пропахал чуть-чуть. Сейчас, видишь, свободно заезжаю. Я уже высоту под себя сделал тут. Тут аккуратно можешь проваливаться. Вжом. Здесь из глины, брат. Вот, в общем-то, тачка припаркована. Сейчас будем искать хороший ракурс. Вот, у Некита вообще было предложение спуститься туда дальше. Вот, конечно, тут можно доехать на машине, но, как я и говорил, хотя... Yeah.
на часах. Показывают вечер нам с пацанами, как обычно, делать нечего. Чем бы нам заняться, как обычно, обсуждаем. Все возможные идеи в голове перебираем. Что, позвоним бабам? Появилась тема. Наберите номер, позвонить-то не проблема. Там клещи до хера. В еловом лесу. Они везде. Другое дело. Такое? Может быть, поехать и подвигать своим телом? Опять. Это надо же бухать. А на ёб утро... твою. Ебать. Вот шмели летают здоровые, нахуй. Охуеть можно. Смотри, вон хуйня летает. Ненавижу. Но он во влог хочет попасть. Ну, когда будет обвалить, я убегу. Пиздец, Некит. Я вообще стал. Я тебе говорю, тут не то, как кажется все. А, пиздец, не. Я бы не полез. Ну да, да. Серьезно, смотри здесь как. Смотри, сейчас топну. Сука! Че? На. Один, короче, долбоеб боится высоты, второй шмели. Меня уже нигде не ждут, я ушел годы назад. Глаза будто изумруд, ее кровь на волосах. Я кручу неторопливо в сумраке новой ночи, и всю правду мне расскажут ее узкие зрачки. Стоишь там ты? А страшно мне. Ну я в курсе. Чё думаешь, ты один такой долбоёб? Мне тут знаешь, что страшно? Чё? Вот эти ямы неспроста. Тут... Да ладно. А вдруг ужи? А, ты про это что ли? Да. И что ужи? Ужи, да они кусаются. Главное, чтоб не гадюки. О, да, у нас в РБ гадюки, ага. Ну какие-то там эти... Гомункулы. Гомункулы. Пиздец, там туда. Охереть. Это такие масштабы. Я вот приближаю деревья. Да. И вон там тоже скала такая. Его стань. Станьте. Спускаемся на данный момент сейчас вниз по карьеру. По карьерной лестнице. Ебать. Ты вон там посмотри, какая дорога. Обвалилась что ли? Ёбан. Пошли снимем просто. Сейчас тут на ручей встанем. Да, Негид, я, конечно, понимаю, там подписчики и так далее, просмотры. Но. Жизнь дороже. Не то, что жизнь. Машина, да. Ну, в смысле, если ты там навернешься, блядь. Да ничего не будет, бать пизды там. Вот смотри, а там деревня какая-то. Рядом. А Ермолай где, кстати? Ну, побоюсь ответить, что это она, но она где-то близко. Прыгни вон в снег. Блин, хотел бы, но потом залезать в это. Я тебе руку дам, у меня рука длинная. За монопод зацепишься. Не, Некит, ну в пизду. Да нет, слышь, нормально. Серьезно, норм, проедем. Тут особенно. А что здесь, нормально? Сука. Не, нормально, Сань, ты что? Раз. Ну, два метра, допустим. Да ну иди ты нахуй! Да проедешь ты? Ты смотри тут какой наклон! Ну ты, блядь, это нормально едет там. А чё, оффроуд 4x4, айда дальше посмотрим, что там. Ну отвечай, я полетел. Блядь, сука. Опять шмели. Тут уже такого крипового нет. И ты сальто тем более не делаешь. Тоже, смотри, была дорога. Видишь, вот видишь, зелень неспроста же растет. Видишь, оползни. Хуяк, она вниз падает. Не понимаю, но нет, брат. А да ляжем. Это, наверное, кроты. Не, Саня, ты дохлый парень. Под снегом непонятно, че.
Да так тоже уже устал, брат. Сука. Че я опять забыл? Вообще из башки вылетело. Понимаешь, все, пиздец, у меня все, белое все, ничего не вижу. Так. Да, даже самое незамысловатое видео, своя история. Блять! Нахуй я такой сложный текст писал? Ты это записываешь? Да. Заебись. Забыл. И пусть я не стал мега популярным. Но я актер своей жизни. Пиздец, блядь, вот. Забыл. Иногда я хочу быть один, и мне никто не нужен, только бы мозги. Твоя девочка просит, чтобы я сделал тутор. Мои друзья отписываются от меня, пиздос. Хочу крутить, хочу крутить, хочу крутить, хочу крутить, как уебан тут. Хочу крутить, хочу крутить, хочу крутить на твоем теле. Ты испарилась, будто я тебя выдохнул, будто я это выдумал. Каждый гребаный раз, ставлю все на сейчас. Я катаюсь для своих, ведь мои меня знают. Полуголые куклы, наивные глаза их. Ты хочешь, Богдан, я прошу, залезай. Все, брат. Потом музыку поверх этого наложу. Ты стала зависима, это все зря. Мне незачем враг, ты все, что я вижу перед собой. Ведь сзади лес. И сотен причин, ты одна мне не чужда. Ты больше, чем дури, ты больше, чем секс. Ты больше есть все, что... Хочу знать тебя, хочу знать. И все, что было, я ставлю на стол. Только ты видишь насквозь, кто я без куриных граммов и бесконечных бегов. Ты возвышаешь все, что тебе надо. У меня есть все, что тебе надо. Сделай один вдох и осыпайся листопадом. Эй, что тебе надо? У меня есть все. Что тебе? За Б. Текст вспомнил? Песни, да. Сука. У нас открытие мотосезона. Мимо нас сейчас уже мотоциклов 20 проехало, пока мы писали. Они все, скорее всего, едут с Оренбурга. Все, пошла запись. Давай. Узнаете того парнишу? Узнаем, блядь. Сашка, молодец. Го еще отснимем, брат. Давай. Давай еще раз. Давай, иди ракушу. Жизнь. Спасибо всем. Че? Surprise, motherfucker. Лирично? Это будет, знаешь, какой-то... Плана солнца моментально скручен. 10 стильных сучек, но мне с ними... Давай, брат, все. А сейчас без шуток. На мне нашли клеща, который ползал. Некит их очень любит. Сука, блядь, смотри на меня, чтоб, блядь, на мне никакая залупа не ползала, блядь. А где мы их нашли-то? Да хуй за эти грыи, они же летают, блядь. Да и ладно, когда угоним самолет, и пусть у нас тогда на побережье отвезет. Ну все, не валяйте дурака. А может нам пойти и просто взять себе пивка? Может просто выпить пиво, все так просто и красиво. Так может быть.